Студенческая служба правовой помощи. Образована в 2002 году в рамках проекта программы «Tempus Stasis» – создание системы служб студенческой поддержки в ПГУ. Руководитель службы – Варвара Костенко, группа 08, ПР-2. Это подразделение, в рамках которого студенты юридического факультета под руководством преподавателей учатся применять полученные теоретические правовые знания на практике, консультируя обращающихся в службу клиентов и разрешая реальные правовые ситуации. Основной формой работы службы являются консультативные дежурства, оказание бесплатной информационно-правовой помощи населению, в том числе студентам, преподавателям и сотрудникам университета. Также дежурства проходят в городских исполнительных комитетах городов Новополоцка и Полоцка.